Великая Отечественная война длилась 3 года, 10 месяцев и 18 дней. Это время было настоящим испытанием для нашей страны и народа. Тогда на защиту Родины отправлялись все. Кто-то уходил на фронт, а кто-то работал в тылу, делая победу своим трудом. День Победы для каждого из нас – это священный праздник, в котором воедино слились радость и боль. Этот праздник дает возможность понять цену победы. Елабужский институт Казанского федерального университета отмечает этот праздник по-особенному, ведь в годы войны этот институт покидали даже профессора, чтобы защитить родную землю. На площади перед институтом зазвучала музыка военных и послевоенных лет, приглашая на праздничную программу «Парк Победы». Торжественная часть праздника началась в актовом зале. Военные годы и послевоенные годы для нашего института были тоже непростыми днями. Достаточно сказать, что в 1941 году наш институт тогда назывался Елабужским учительским институтом, и здесь работало 15 преподавателей. И уже в первые дни войны 5 из них ушли на фронт. В 1945 году в нашем институте работало 14 преподавателей. А в послевоенные годы в составе нашего коллектива было 40 ветеранов войны. Для ветеранов состоялась премьера музыкально-театрализованного представления «Мы победу сильны», сценарий которого написали сами студенты. Когда началась война, мне шел 6-й год. Мы жили недалеко от Ленинграда, и поэтому очень быстро начались бомбежки. Все мальчишки вооружились деревянными ружьями, рогатками. И когда немецкий самолет летел, все в них стреляли. Однажды мой брат выстрелил, и самолет подбили зенитки. То есть получилось, что он подбил самолет. Вот это было в самый почти первый месяц войны. Продолжились праздничные мероприятия, военизированные эстафетой «Мы внуки победителей». Студенты соревновались в силе, выносливости и умению работать в команде, ловко преодолевали полосы препятствий, собирали и разбирали автоматы. А чуть позже гости праздника смогли оценить навыки строевого шага студентов во время традиционного парада факультетов. Наши студенты, наши преподаватели, сотрудники выходят на марш памяти для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы рассказать, для того, чтобы просто торжественно, с гордостью в сердце за своих предков пройтись по главной улице города. Конечно же, в основе всего этого марша – это память, которую мы должны нести в течение всей своей жизни. Завершилось празднование шествием бессмертного полка. Колонны из более чем 1500 студентов, преподавателей, ветеранов и гостей праздника прошли по одной из старейших улиц Елабуги, подняв портреты людей, которые сделали нам победу. Завершился марш на площади памяти, где в далекие 40-е елабужан провожали на фронт. Олег Кашин, Ильшат Ахмадеев, Денис Сипайлов, Айдар Салихов, Универньюз.